Микротрубочки присоединялись именно только с одной стороны. Вот с этой стороны, и вот к одной хромосоме с одной стороны присоединяются. Потому что в митозе они присоединялись с двух сторон, когда вот так стояло. А тут, так как хромосомы парно стоят, они могут только с одной стороны присоединяться к этой, а к этой с другой стороны. Я не помню почему, но я какую-то статью про это уже написал, уже именно вот про это указал там. Какие-то там еще рассуждения у меня были. Что-то такое было в ЕГЭ. Спросили, куда прикрепляются хромосомы. Куда к хромосомам прикрепляются микротрубочки. И надо было иметь в виду, что в мейозе там они прикрепляются вот с одной стороны только. Вот к этой хромосоме с одной стороны, к этой. А в митозе, когда вот так по центру выставляются, там к одной хромосоме с двух сторон микротрубочки прикрепляются. И здесь такое есть... ну кинетохоры, я вам уже говорил, это белки с каждой стороны, и эти белки представляют собой кинетохор. Именно туда крепятся микротрубочки.